Всем привет! Добрый вечер обитателям YouTube. Сегодня в честь 9 мая приготовим вкусный ужин. Так, котел нагрелся, наливаем масло. И закладываем в котел. Ну, в общем, готовим на золотистой корочке. Пока жарится лук, нарезаем курицу. Ну вот, курица нарезана. Лук дошел до кондиции. Теперь временно его убираем. И загружаем курицу в котелок. Даем ей немного обжариться, пока не солим ничего, ни перц, ничего не ложим. Курица дошла до кондиции, солим. Перчим. И засыпаем капусту. Режем морковку. Отправляем туда же. Добавляем кружку родниковой воды. Высыпаем туда наш лук. Все перемешиваем. Картошку. Все перемешиваем. Субтитры
добавляем среднеземноморские травы, лавровый лист. Все перемешиваем. Отправляем чеснок туда же. Свежего укропа нет, так как пока еще новый не вырос. Берем замороженный и добавляем тоже туда же. Красный перец, то есть паприка. Закрываем крышкой и ждем 50 минут. С праздником Победы и приятного аппетита! От Carpium Entertainment.